Привет! Меня зовут Дизмон. Наконец-то я приобрел себе квадрот. Ну, давайте посмотрим, как я его покупал. Итак, сейчас идем покупать в детский мир квадрот. Да, а вон Леша погнал. Ну вот, купил, собственно, для вас квадрот. Это новиночка 2019 года из серии «Кто бы мог подумать? Зомби Страйк». В общем, я недавно про него снимал новости. Ну и остался последний герой. Зомби Страйк квадрот. А он у меня уже на обзоре. Давайте его скорей распаковывать. Фух, фух. Коробку ворует. Чего? Убивает инструкцию. Можешь, пожалуйста, сказать, за что ты ненавидишь так инструкции? Ну, а пока поиграем в загадку. Напиши, пожалуйста, в комментарии, видишь ли ты тут квадрот. Если да, то поставь лайк. А если нет, то напиши в комментарии, что ты его не видишь. Так, бластер переднезарядный имеет 4 пульки в комплекте. Кстати, я сейчас на гироскутере. Напиши в комментарии, есть ли у тебя такая штука. Зомби Страйк всегда радовал своим очень-очень прикольным дизайном. И тут не исключение. Рукоятка обмотанная. Вот тут все всякие гаечки, винтики. В общем, бластер выполнен очень-очень красиво. Также передние стволы тоже очень клевые. Ну, раз уж по такому случаю я зарядил патроны, давайте делать фаер-тест. Пришло время посчитать дальность. Патрон. Раз, два, три, четыре, пять, семь, тринадцать шагов или же 13 метров. Я замерял, мой шаг один равен 3, один шаг 13 метров. Погнали далее. Так, чтобы ты узнавал о выходе новых видео на канале, тебе нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик. Подписан, тогда смотри, если ты хочешь, чтобы вообще все прям узнать, тогда тебе нужно подписаться на мой инстаграм, там точно все есть. Инстаграм или ВК? Именно инстаграм, все, красавчик. Дизмон ТВ, ссылочка в описании. Ох, спасибо. Да. Все говорю об этом бластере, но дизайн реально потрясный, просто топ. Я вот только что заметил его спуск, вот только посмотрите, как будто это кусочек асфальта. Во-первых, он качественно собран. Ну, прям, типа, нет такого, что внутри какой-то пустой. Спуск такой рифленый, очень-очень красивый, плавный. Взвод тоже классный. В общем, дизайн, пушка, то прям вах. Кстати, забавно то, что бластер-то 2017 года выпуск. Все-таки что, как так-то? Но лайфхак, выпустили его в 2019, но производить уже начали в 2017 году. Если мы приглядимся, то на стороне корпуса написано Hasbro 2017. Вот это поворот. Итоги, бластер стоит всего 1000 рублей, класс пистолеты, очень-очень годный, мне зашел. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, делитесь этим видео обязательно со своими друзьями. С вами был Дизмон, а я поехал монтировать этот видос, пока!